просто делали укол, если нужно было, просто делали операцию. Медицина – это был главный орган, который удерживал народ в повиновении в любом случае, при любом раскладе. А полиции или армии как таковой не было. Были медицинские работники, которые следили за состоянием здоровья и за состоянием психики. Вот. Только я говорю, что то, что ты прорвался в этом городке, сделал Буч, это был не конец, это было начало истории. Ты потом действительно убежал, как прятался где-то. Все-таки добрался до главного, да. Какое-то время, это было недолго, пищу там достать было практически невозможно. Там не росли так, как вот просто можно было пойти и где-то там грибов найти или еще чего-то. Там была стерильная какая-то земля. Ну, там дома были открыты. Да. Можно было зайти в дом и взять. Угу. Были, как запрещали говорить о тебе? Нельзя было говорить, когда ты убежал. Нужно было это стереть из памяти, потому что потрясение очень сильное было. Да, пытались замолчать. Да, этот даже, факт, по-моему, нужно... у них была мысль, что даже если вот я убежал, и слава богу, типа, и хер с ним, пусть бегает до конца жизни. Лишь бы обществу не говорить об этом. Но повсюду вот там, где ты это сделал, этот демарш, нужно было намного быстрее, как забыть о тебе. Некоторым, у которых семьях были, как кто-то там погиб, можно было как пополнение какие-то пострадавшим что-то вынести, чтобы численность такая же была. Потому что там около 3000 реально, ну, 3 с чем-то тысячи, как выпало из оборота. Это было ужасно. Ну, как они говорили. Сжечь мозги и сердца, да, через команды. Ну ладно. Детали вспомню. Я только помню, что сжигал мозг и чужие мозги. Твои и чужие. Как всегда. Да, команды, ты же через свой мозг посылал. То есть отключиться от этой системы ты не мог. Они на меня давили, да. Обратная связь, да. Тебе нужно было продавливать. Двусторонняя, да. И оператор еще и мог принимать каждого. Я и хотел, чтобы принимать каждого. Все чувствовали меня. И всем сломать мозг. Ну, не то, что сломать, пробудить. Человеческим снова сделать. Ущербность вот такого показать. Общероевого. Тебя уже после того, что ты сделал в этой рубке, тебя уже как обратного пути не было. Угу. Ты уже не мог ни назад возвратиться, ни к нормальной жизни, к той, которая была. Давить, потому что свое надо было продавить. Да, уже у тебя выбора не было. Слишком большой урон ты как нанес всем, самому обществу.
Там